Всем привет! Новое поколение флагманской линейки Galaxy S22 Ultra является полноценным наследником легендарной серии Galaxy Note. Президент и глава мобильного подразделения Samsung Тим Монро заявил, что компания интегрирует самые любимые функции Note в другие категории устройств, чтобы каждый смог получить больше от своих девайсов. Во-первых, корпус S22 Ultra наконец получил встроенное электронное перо S Pen, у которого, между прочим, в 3 раза меньше времени отклика – 2,8 миллисекунды вместо 9 миллисекунд. Во-вторых, внешний вид больше оптимизирован для создания заметок и очень напоминает уникальный стиль Note – острые углы корпуса и закругление дисплея. Предшественник Galaxy Note 20 Ultra характеризуется массивным модулем камеры, созданным для защиты, но негативно влияющим на внешний вид смартфона. С таким модулем смартфон ощущается слишком массивным. 22 Ultra в принципе совсем не похож на своих братьев линейки. На тыльной стороне блок камер больше не переливается из торца, как в случае с блоками ContourCut. Датчики отныне просто выходят из задней панели, что может негативно сказаться на сохранности камер. В любом случае, есть ультимативное решение – купить чехол. Благо для новой линейки Samsung создала множество интересных вариантов, в том числе тонкие усиленные чехлы, накладки, а также чехлы-обложки. Слово о защите. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, поэтому выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут. Новинку оснастили рамками из усиленного алюминия, а фронтальные и задние стороны покрыты стеклом Gorilla Glass Victus Plus. Galaxy S22 Ultra оснащается экраном с разрешением UHD+, на 6,8 дюймов типа Dynamic AMOLED 2X с максимальной яркостью 1750 нит и поддержкой адаптивной частоты обновления 120 Гц, а также сенсорным слоем 240 Гц. Смартфон обладает технологией HDR10+, и интеллектуальной системой Vision Booster для улучшения видимости на улице. В настройках теперь есть принудительное включение максимальной яркости. Объем аккумулятора данного смартфона составляет 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 45 Вт и беспроводной на 15 Вт, а также смартфон поддерживает реверсивную зарядку. С ее помощью можно заряжать другие устройства с поддержкой беспроводной зарядки. Эффективную производительность обеспечивает новый процессор Exynos 2200. Он выполнен по 4-нанометровому техпроцессу и имеет графическое ядро Eclipse, построенное на базе AMD Ardino A2. Более того, чип сопровождает усовершенствованная система охлаждения, а также продвинутый искусственный интеллект для машинного обучения и ночной съемки. Аппарат получил быструю оперативную память типа LPDDR5. Переходим к тесту камер. Galaxy S22 Ultra имеет серьезный арсенал для съемки фото и видео. Помимо ультраширокоугольной камеры на 12 мегапикселей и широкоугольной на 108 мегапикселей, которая получила оптическую стабилизацию, есть два телеобъектива на 10 мегапикселей. Первый поддерживает 3-кратный оптический зум, а второй 10-кратный. Максимально возможное увеличение здесь на уровне 100x. Все это дополняется сенсором TOF с лазерным автофокусом. Также камера покрыта сверхпрозрачным стеклом. Оно закрывает переднюю часть основной камеры, а широкоугольная камера оснащена сверхчеткими линзами. Обе линзы имеют эксклюзивное нанопокрытие со сверхнизким коэффициентом отражения. Вообще, Samsung плотно поработал над ночной съемкой. Новый процессор позволил оптимизировать алгоритмы, цветовой контраст на ярких и темных точках, увеличенные пиксели и технология Pixel Binning с улучшенным подавлением шумов позволяют захватить больше света в темноте. Яркость и детализация во время съемки в темное время суток обеспечится автоматической частотой кадров и регулировкой выдержки. Четкость изображения достигается благодаря многокадровой компоновке. При этом для подавления шумов переработанный AESP объединяет аж до 20 фото. Помимо оптической стабилизации, которая есть у обычных широкоугольных камер, Samsung внедрила цифровую стабилизацию с использованием искусственного интеллекта, 4 раза более быструю обработку, а также анализ движения смартфона и действий объекта. Также усовершенствовали автофокусировку для стабильной записи объектов,
которые двигаются в том числе в условиях плохого освещения. Есть тут и 12-битный HDR. Благодаря технологии IDCG широкоугольные камеры записывают 64 раза больше данных о цветах, нежели 10-битный HDR. Кинорежим позволяет использовать полную систему с 4 камерами. Запись разных ракурсов, селфи и основную камеру одновременно. Выходите на новый профессиональный уровень с режимом Expert RAW. Редактируйте снимки прямо в смартфоне или отправляйте их на ПК или планшет, чтобы довести до совершенства на большом экране, или поделитесь файлами RAW с друзьями. Смартфон обладает 40-мегапиксельной фронтальной камерой, которая способна снимать 4К видео при 60 кадрах в секунду. Также имеет Auto HDR. Переходим к звуку, который также сможет вас приятно удивить. S22 Ultra оснащен стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, что обеспечит громкий и чистый звук. Новый флагман доступен с памятью от 128 ГБ до терабайта. Заходи в наши соцсети, чтобы участвовать в новых конкурсах и быть в курсе последних новостей компании. Всем пока!